Привет! Сейчас я покажу очередной съедобный розыгрыш. Для розыгрыша понадобится шоколадная полая фигурка, желательно небольшого размера. Такие часто делают перед Новым годом или Пасхой. Горчица, шприц, большего размера у меня дома не оказалось, и ножик. Возьмем фигурку и аккуратно раскроем ее снизу. Вот таким образом. Теперь ножом проделаем аккуратную дырочку. Ставим острие ножа в центр основания фигурки и круговыми движениями потихонечку выпиливаем аккуратненько дырочку. Готово! Теперь набираем горчицу в шприц. Много нам, в принципе, и не нужно. Зависит, конечно, от размера вашей фигурки шоколадной. Введем горчицу в нашу фигурку. И снова закрываем ее аккуратненько. Как будто бы мы ничего не трогали и не делали. Вот таким образом. Теперь можете пойти и угостить вкусной шоколадкой вашего друга, брата, сестру, маму, папу, бабушку, дедушку. Короче, вашу потенциальную жертву. Пока-пока!